12 июля в поселке Карабаш Бугульминского района стартовал традиционный нефтяной саммит Республики Татарстан. На его полях представители профильного бизнеса и ученые, чьи исследования лежат в области нефтегазовых технологий и нефтехимии, под председательством Рустама Миниханова обсудили будущее добывающей отрасли республики. Казанский федеральный университет, как один из крупнейших научных центров региона, развивающих нефтегазовое дело и нефтехимию, на саммите представил ректор Казанского федерального университета профессор Ильшат Гафуров, продемонстрировав президенту Татарстана и другим высокопоставленным гостям встречи технологические достижения университета. В частности, внимание зрителей удостоились разработки ученых стратегической академической единицы «Эко-нефть», инновационные катализаторы для добычи сверхвязкой нефти, а также технологию 3D-моделирования цифрового месторождения. Большое внимание на саммите уделили стратегии развития компании «Татнефть». Ее главным акцентом стал переход к освоению труднодобываемых углеводородов, а потому особо подчеркнули необходимость более глубокого взаимодействия с наукой. Напомним, что Казанский федеральный университет является одним из ключевых научных партнеров компании, не только снабжая ее квалифицированными кадрами, но и сопровождая проекты «Татнефти» с точки зрения проведения сопутствующих исследований. Арина Михайлова, Универньюз.